Всем привет! Сегодня хочу рассказать, как поставить на Mi Box S приложение Mi Home. Для этого нам необходимо, в первую очередь, какой-то файл менеджер. Также нужно sendfile.tv для передачи с телефона файлов на приставку. Также нам нужно будет приложение TV App Driver и Rotate Screen Orient. Итак, поехали. Сначала на телефоне мы находим Aptoide. Это магазин. Мы его передаем через... Мы находим файл APK для установки его на приставку. Передаем его через файл send2tv, через sendfile.tv, получаем, после чего заходим в файл менеджер и открываем его. Дело в том, что не Aptoide TV нам нужен, а сам Aptoide. То есть это магазин для не ТВ приставок, не для ТВ, а для Android. После установки мы его можем открыть. Я его открою немножко в другом месте. Так. Заходим в настройки. Открываем приложение, открываем все приложения. Вот он, Aptoide. Мы его открываем. Если мы отсюда будем искать и устанавливать приложения, то они могут встать криво. Для того, чтобы они не встали криво, мы делаем следующее. В магазине маркете мы находим приложение TV Apps Driver. И здесь мы видим те сторонние приложения, которые, сейчас Mi Home у меня уже стоит. Здесь мы видим те сторонние приложения, которые установлены на эту приставку. Также мы в магазине, в маркете, я имею в виду, Google Play Market, находим еще одно приложение, вот такое. Rotate Screen Orientation. После его установки мы должны обязательно изменить настройки. Стоят настройки по умолчанию авто. Мы ставим Landscape. И внизу ставим галочку Start on board. После этого мы опять открываем, мы открываем Apps, открываем Aptoide. Также нам нужна будет мышка. С помощью мышки мы должны набрать в поиске Mi Home. Кстати, набирать можно с пульта. Может быть, даже удобнее. У меня что-то мышка, надо коврик нормальный. А я с какого-то стула набираю. Находим Mi Home. Называется здесь он Mi Home. Заходим, скачиваем. У меня уже установлено. Даем все разрешения, какие требуют и Aptoide. И при установке Aptoide тоже нужно ставить разрешение на установку сторонних приложений. И после этого отсюда не открываем после установки. Опять выходим. И уже... Так, ротацию сделали. И открываем Apps.
открываем Home. Опс! И все готово. Мы принимаем условия, входим под своим логином и пользуемся. Но учтите, что вот, допустим, у меня 50 приборов Xiaomi, и на моем телефоне это приложение занимает 2 гигабайта. Поймите, что это очень много. Не исключено, что вам придется освободить память на приставке для того, чтобы приложение работало. Я же никогда не ставил сюда, это специально было сделано для для подписчиков, что ли, чтобы они знали, как это сделать, потому что многие спрашивают в комментариях, как установить, а комментарии все стоят под видео, где я рассказываю про свою приставку Mi Box 4 китайскую, на которой по умолчанию стоит это приложение Mi Home. И оно там совсем в другом виде и работает гораздо лучше. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, не понравилось, пользуйтесь. Дальше в перемотке я покажу, как это приложение ставил, ну и так далее, там, как оно. Но, скорее всего, я его, скорее всего, удалю, потому что эта приставка как бы дочери, и дочери ей пользуются, и занимать какие-то 2 гигабайта я бы не хотел. Вот так вот.